черники. Берем стакан черники, высыпаем, почистим ее, листочки тут уберем. Там листочек был. И столько же сыпем, будем сыпать песка. Посмотрим, листочков нету тут у нас. Вот один листочек попался. Черника чистая. Высыпаем в миску чернику. И столько же сыпем песка. Здесь мы уже сыпали песок. Всем песочек сыпем. Ну, добавим еще чуть-чуть. Обычно стакан на стакан. Ну, вот столечко. Ставим на огонь. На медленный огонь. 2 минутки постоит, и можно мешать. Там уже начнется сок даваться. Лишь помешивать надо. Сейчас закипит, когда, и будем варить 5 минут, помешивая и снимать пеночку. Сделаем посильнее, чтобы закипело, потому что уже все сок дал. Сильнее сделаем, сейчас закипит оно. Тщательно мешаю, мешаю. Ой, мешаю. Кипело у нас, мешаем, делаем тихий огонь и варим на таком огне 5 минут, снимая пенку, помешивая и снимая пеночку. Давай тоже кладем куда пеночку. Черника. Вкус изумительный по всей квартире. 5 минут и все эти помешиваем 5 минут. Постоянно снимая пенку. Черника настоящая лесная ягода. Кладезь витаминов. Зрение будет 100%. Мы выключаем с огня. Прошло 5 минут, мы огонь выключили. И переливаем в мисочку для куш. Варенье готово. Сейчас оно жидкое, горячее. Остынет, будет густое. Варенье готово. Аромат черники, кладезь витамина. Приятного аппетита!